Мы говорим о предпринимательстве на Кубани. И сегодняшний наш собеседник – исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пестунова. Здравствуйте. Добрый день, Ирина. Давайте начнем вот с чего. Не так давно фонд назывался гарантийным и в основном занимался тем, что предоставлял государственные гарантии предпринимателям, которые хотели взять кредит в банке, но не было у них собственной достаточной залоговой базы. Сейчас фонд называется иначе, и список услуг у вас значительно расширился. Вот расскажите об этих изменениях, что сейчас из себя представляет фонд развития бизнеса. Фонд развития бизнеса существует уже 10 лет, и, как вы правильно сказали, он был образован под названием «Гарантийный фонд». Основным видом деятельности это было предоставление поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства при недостаточной залоговой базе в случае, если требовалось получение кредитных средств в коммерческих банках либо иных институтах развития. С течением времени у фонда начали появляться новые центры. Это центр поддержки предпринимательства, коворкинг-центр, центр сопровождения инвестпроектов, инжиниринговый центр. На сегодняшний день у нас работает 7 центров, 8 крупных направлений. Соответственно, в прошлом году было принято решение о переименовании, потому что направлений у нас много, все они важны, все нужны, все очень востребованы. И в июле 2018 года фонд был переименован в Фонд развития бизнеса. Свою смысловую нагрузку мы выполняем, мы оправдываем название. Ну, о деятельности центров, которые созданы на базе Фонда развития бизнеса, мы еще поговорим. А сейчас, если говорить о гарантийной деятельности, то на каком этапе вообще предпринимателю нужно обращаться к вам? Я имею в виду, на каком этапе развития своего бизнеса? И вообще, какой алгоритм действий для бизнеса в этом случае? Если речь идет о гарантийной поддержке, то ею могут воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства, которые не имеют просроченной задолженности перед бюджетом, не находятся в стадии ликвидации банкротства и осуществляют свою эффективную деятельность на территории нашего субъекта не менее 6 месяцев. К нам можно обращаться за консультациями по этому вопросу, а непосредственно пакет документов заявитель собирает вместе с банком. То есть если банк одобрил сделку и не хватает только залоговой базы, банк-партнер, которых на сегодняшний день 33 коммерческих и 2 наших института поддержки, это фонд микрофинансирования и фонд развития промышленности, являются партнерами. Все эти организации помогут собрать пакет документов и, более того, они его нам предоставляют. Мы осуществляем юридическую экспертизу данной сделки, оцениваем деловую репутацию заемщика, его финансово-хозяйственное положение, и в случае принятия положительного решения в течение 3-5 дней вопрос о предоставлении поручительства решается. А сколько в этом году фонд выдал поручительств? И какова динамика? Увеличивается? Если говорить о динамике, за прошлый год было выдано порядка 130 поручительств на сумму 870 миллионов рублей, что позволило порядка 2 миллиардов кредитных средств привлечь предприятиям, то в этом году эту цифру мы перешагнули уже по итогам 11 месяцев. Уже выдано порядка 140 поручительств на сумму почти 900 миллионов рублей, что позволило 1,8 миллиарда привлечь кредитных средств. Впереди есть еще время для работы. Я думаю, что мы закроем этот год еще более эффективно, чем прошлый. Ну вот теперь поговорим о тех центрах, которые созданы на базе вашего фонда. Расскажите о каждом из них поподробнее, на кого рассчитаны, на какой род деятельности. 5-й год на базе нашего фонда существует Центр поддержки предпринимательства. На сегодняшний день данный центр располагается на улице Трамвайной 2/6 в Краснодаре и работает даже с физическими лицами. Любое физическое лицо, которое планирует или только думает начать предпринимательскую деятельность, пойти работать в бизнес, при наличии вопроса может обратиться за общей консультацией. Наши специалисты проконсультируют обо всех мерах государственной поддержки, которые действуют на территории нашего края, как наших, так и наших коллег, наших партнеров и отраслевых органов исполнительной власти по линии Министерства сельского хозяйства, Департамента промышленной политики. То есть обо всех тех историях, в которые можно пойти, будучи предпринимателем, и получить в том или ином виде государственную поддержку. Для того, чтобы обратиться за всеми остальными нашими услугами, нужно быть хозяйствующим субъектом в форме индивидуального предпринимателя либо юридического лица. Услуг у Центра поддержки предпринимательства на сегодняшний день очень много. Это и бухгалтерские, и юридические консультации, это проведение маркетингового исследования, разработка фирменного стиля, разработка сайта, проведение рекламных кампаний.
мы также формируем и направляем на очень интересные мероприятия, которые проходят в нашей стране, бизнес-миссии. Вот в ноябре была выставка «Питер Фуд», продовольственная выставка в Санкт-Петербурге, в Москве «Битугеза». Наш Ликпром туда съездил, очень хорошо представились, вернулись с положительными впечатлениями, с большим количеством контактов и, что самое главное, с новыми контрактами. То есть наши предприниматели благодаря этой выставке получили возможность найти новые рынки сбыта. Если говорить о других наших подразделениях, следом за ЦПП был организован коворкинг-центр. Это бесплатное предоставление офисных рабочих мест субъектам малого и среднего предпринимательства. Оборудованное место рабочее можно использовать предпринимателю, если он приходит со своим гаджетом каким-то, интернет, телефонная связь, многофункциональное устройство. Есть те, кто находится в коворкинге постоянно, есть те, кто имеет возможность временами его посещать. Рядом с коворкинг-центром у нас есть замечательные лектории, переговорная комната, где наши бизнесмены имеют возможность проводить переговоры в таком формате, как мы с вами сейчас общаемся, а также онлайн, используя современные средства связи. В прошлом году мы открыли два новых центра. Это центр сопровождения инвестиционных проектов, которые оказывают организационное и консультационное сопровождение бизнесу, который реализует инвестиционные проекты от самой небольшой стоимости до 5 миллиардов рублей. Помогают с подбором земельных участков, с оформлением земельно-правовой, исходно-разрешительной, градостроительной документации, с вводом объекта в эксплуатацию, с подключением к инженерным сетям, либо увеличением мощности потребления энергоносителей. Наработали за полтора года существования достаточно обширную практику по этим вопросам, благодаря, опять же, активности субъектов малого и среднего бизнеса, которые доверяют нам свои проблемы. Также в прошлом году был открыт инжиниринговый центр, который занимается вопросами повышения технических и технологических компетенций. В этом году список услуг, которые мы оказали предприятиям, значительно расширился. Это и программа модернизации, программа цифровизации. Мы оплачиваем услуги по проведению специальной оценки условий труда, сертификации. И деятельность центра инжиниринга направлена на работу с промышленными предприятиями, с теми, кто что-то производит. Но если говорить о наших услугах, то услуги центра поддержки предпринимательства, коворкинг-центра, центра сопровождения являются бесплатными, а услуги центра инжиниринга являются частично возмездными, где от общей стоимости услуги бизнесмен платит от 5 до 10%. Услуги все востребованы. Мы надеемся, что в будущем году мы сможем большее количество предприятий предоставить свои, большему количеству предприятий предоставить свои услуги. В этом году в тестовом режиме у нас уже работает инновационный центр и центр прототипирования. Инновационный центр запустит в будущем году два акселератора. В течение 2 месяцев бизнес будет иметь возможность получить реальный инструментарий по развитию, по ускоренному развитию своего бизнеса, в какой бы сфере предприниматель ни работал. Также инновационный центр консультирует предпринимателей по привлечению средств институтов развития, в том числе и федерального и международного уровня. Центр прототипирования оказывает услуги по проектированию и изготовлению прототипов по льготной цене для субъектов малого бизнеса и по общему прайсу для всех остальных предприятий. Очень отрадно отметить, что лаборатории нашего центра прототипирования оборудуются сейчас по последнему слову техники. Мы закупаем самое новое и достаточно дорогостоящее оборудование. И предприниматели, все бизнесмены Краснодара будут иметь уникальную возможность воспользоваться нашими услугами. Если говорить о различных тренингах, лекциях, мастер-классах, которые проводятся известными личностями, насколько это является мотивацией для начинающих предпринимателей? Да, одно из основных и крупных направлений нашего Центра поддержки предпринимательства – это проведение образовательных, мотивирующих мероприятий. Данная мера является востребованной. Вот за истекший период года уже проведено более 200 мероприятий, до конца года пройдет еще несколько десятков. Бизнес очень активно, и даже физические лица очень активно принимают участие, потому что имеют возможность
как найти ответ на какой-то конкретный вопрос, так и по-новому структурировать свои знания в той или иной области. Плюс возможность пообщаться, как правило, читают эти лекции, семинары и тренинги успешные предприниматели, либо люди, которые уже добились определенных и высоких результатов в той или иной сфере. Есть возможность общаться с живым человеком, задавать ему вопросы, в том числе получать личные какие-то консультации. И, безусловно, это нетворкинг. Общаясь с другими, ты понимаешь, что ты не один. Страхи у всех одни, особенно в начале предпринимательской деятельности. Это провалиться и отсутствие знаний. Во-первых, ты понимаешь, что ты не один, имеешь такие вопросы. Во-вторых, эти знания можно получить здесь и сейчас. Плюс получить большую базу контактов, с которыми, возможно, людей, с которыми потом, возможно, ты будешь вести бизнес. Мероприятия проходят в разных форматах, как мы уже с вами говорили, с совершенно разными аудиториями на разные темы. Свою программу мероприятий мы составляем, безусловно, с учетом пожеланий самих предпринимателей. Если там спросом пользуется тема, например, продаж, повышение продаж, или участие в государственных закупках, или там изменение системы налогообложения, мы именно на этот запрос и ориентируемся. А какие, на ваш взгляд, наиболее приоритетные отрасли в Краснодарском крае, которые требуют особенной господдержки? Ну, господдержка рано или поздно, скорее всего, нужна бывает во всех отраслях. Но исторически так сложилось, что у нас сельское хозяйство, вот сейчас стала развиваться производственная сфера, курорты, услуги активно развиваются. И большая часть нашей поддержки ориентирована на всех участников малого и среднего бизнеса. Но в зависимости от услуг мы их, конечно, сегментируем. Услуги центра инжиниринга – это преимущественно промышленники. А наиболее низкий процент по нашей гарантийной поддержке как раз-таки для сельхозтоваропроизводителей, для промышленного производства, для тех, кто работает в сфере туризма и предоставляет услуги. Государство помогает всем. Более комфортные условия создаются для отраслей, которые определены в приоритетах стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года. Кроме вашего фонда развития бизнеса, в крае существуют еще другие формы поддержки предпринимателям. Расскажите о них, пожалуйста. Да, на сегодняшний день институтов развития малого и среднего бизнеса в крае работает несколько, и все вместе представляет собой многоуровневую систему государственной поддержки. Если в нашем фонде речь идет о финансовой поддержке в лице гарантийной деятельности, и остальные меры являются нефинансовыми, то фонд микрофинансирования предоставляет микрозаймы субъектам малого и среднего бизнеса по 13 основным продуктам. Их ставка варьируется от 1 до 6,5%. Данная мера тоже является очень востребованной. У нас есть совместные сделки, когда мы выступаем поручителями. Фонд микрофинансирования под наше поручительство выдает займ до 5 миллионов рублей. Фонд поддержки экспорта ориентирован на работу с теми производителями, которые планируют выходить на зарубежные рынки. Еще из финансовых мер поддержки – это фонд развития промышленности, который работает с сегментом промышленного производства и на очень льготных условиях предоставляет свои услуги. По проекту Минэкономразвития, который мы сейчас успешно реализуем, вся инфраструктура государственной поддержки должна объединиться под одной крышей центра «Мой бизнес». Скоро предприниматель может обратиться в одно учреждение, в одном месте, подать все необходимые документы, получить исчерпывающие консультации по принципу работы уже всем нам хорошо известных многофункциональных центров, через которые мы получаем государственные услуги. Скоро «Мой бизнес» начнет в полном объеме оказывать услуги для предпринимателей под брендом «Мой бизнес». Ну и последний вопрос. В стране сейчас реализуется национальный проект популяризации предпринимательства. Как в общем Краснодарский край, в частности, фонд развития бизнеса вовлечен в этот проект? Фонд развития бизнеса непосредственно исполнитель данного проекта. У нас есть большой план мероприятий, который на текущий момент уже практически исчерпан. Очень много сделано из того, что было намечено. Это и тестирование школьников на выявление предпринимательских компетенций. Это и проведение в школах для старшеклассников открытых уроков.
уроков с участием действующих в конкретном муниципалитете предпринимателей, которые делились личным опытом, с чего они начинали, как развивались, как формировали свою команду. И, соответственно, послушав предпринимателя, дальше идет занятие в формате деловой игры на командообразование, на выявление тех или иных компетенций, на скорость принятия управленческих решений, на защиту своих инвестиционных идей перед инвесторами и родителями. Школьники очень хорошо на это все откликнулись, поэтому по итогам открытых уроков мы также проведем большую в крае деловую игру для самых активных школьников. Следующей целевой аудиторией являются студенты. За прошедшую осень практически во всех крупных вузах, и не только крупных, в Краснодарском крае наши спикеры, коучи и тренеры провели свои мастер-классы и тренинги. Как раз-таки мотивационного характера, познавательного характера. И самое главное, что на всех этих мероприятиях мы до слушателей пытались донести информацию о мерах государственной поддержки. То есть, чтобы человек, принимая решение после выхода из учебного заведения о том, что он хочет стать бизнесменом, обладал всем тем объемом информации, который может ему реально стать большим подспорьем, особенно на начальных этапах ведения бизнеса. Важно отметить, что некоторые студенты уже ведут свой бизнес, и есть в их числе даже уже зарегистрированные предприниматели. В основном это, конечно, торговая сфера, сфера услуг, но на наших занятиях получались очень интересные дискуссии с теми, кто уже пробовал свои силы в том или ином направлении. Кто-то из ребят неплохо осведомлен о том, как ведется бизнес, благодаря тому, что семья этим, например, занимается. Поэтому эти встречи оказались очень полезными. Мы хотим продолжить эту практику и в будущем году. Очень много мероприятий проводилось в целом по краю. Также в проект популяризации входит большое мероприятие, которое состоялось в октябре, форум малого и среднего бизнеса «Дело за малым», который посетили десятки тысяч человек, и не только жители Краснодарского края. У нас были официальные делегации из других регионов и даже нескольких иностранных государств. За два дня интенсивной работы на форуме выступило более 180 спикеров. Работа велась в совершенно разных форматах, в формате деловых игр, лекций, обсуждений, ток-шоу. Параллельно с нами работал федеральный форум «Мой бизнес», который привез свою очень интересную деловую программу. Все это имело большой синергетический эффект. Люди получили большое количество контактов, потому что в течение двух дней ты волей-неволей становишься участником тех или иных процессов. Очень хорошо сработали деловые игры, их было 4. Которые работали с разными также возрастными аудиториями, получили очень теплый отклик на эти мероприятия. Поэтому проект популяризации, он несет с собой мысль о том, что бизнес – это сложно, это ответственно, но это на сегодняшний день очень вполне возможно, реально, и государство готово помогать всем, кто хочет реализовать себя в данном направлении. Ну что ж, спасибо за интересную беседу, всего доброго. Спасибо.